На знаменитой алматинской барахолке развернулись масштабные работы. Владельцы тех рынков, которые подлежат сносу, разбирают торговые ряды. В то же время дорожные рабочие здесь, вдоль улицы Северное кольцо, приступили к возведению надземных пешеходных переходов. В скором будущем на месте снесенных рынков будет построен торгово-транспортный коридор. От проспекта Рысколова до Большого Алматинского канала акиматом города начали изыматься земельные участки под государственные нужды. Независимые эксперты приступили к оценке более 100 жилых домов и 12 рынков из числа 28 базаров, подпадающих под снос. Уже полностью разобраны 6, 5 демонтируются, а к сносу остальных торговых рядов примутся на следующей неделе. 15 рынков, расположенных в ЖТСУском районе, должны быть полностью демонтированы к 1 мая. Через 9 дней 13 рынков Алатауского района. При изъятии, значит, оценка производится по тем объектам, на которые имеются права частной собственности на земельный участок, на те строения, которые введены в эксплуатацию. То есть только по ним будет проведена компенсация. Те контейнера, которые установлены на объектах временные, значит, они будут переноситься за счет собственников, по ним компенсация не выплачивается. Проект детальной планировки торгово-транспортного коридора был утвержден в прошлом году, согласно которому на месте барахолки будут построены 15 многофункциональных центров, а улица Северное кольцо расширится до 100 метров и преобразуется в шестиполосную дорогу. Прежде всего, все представленные на госэкспертизу проекты должны соответствовать определенным нормам и требованиям детальной планировки. Все рынки должны на территории иметь места для парковки автомобилей и торгующих, и покупателей. Здания должны соответствовать сейсмической безопасности, предъявляемой которой, потому что мы находимся в сейсмоопасной зоне. Здания должны иметь инженерные коммуникации внутренние, это электричество, вода, отопление, канализация. А также к ним предъявляются санитарные требования. И облик этих зданий должен соответствовать стилю города Алматы. Архитекторы уже утвердили проекты 4 торговых центров. К примеру, вот так будет выглядеть бывший Сауран. И в новый современный комплекс преобразуется рынок Булажак. Остальные пока только на стадии разработки. Строительство торгово-транспортного коридора городские архитекторы планируют начать уже в мае. К тому времени должны быть завершены демонтажные работы на всех 28 рынках барахолки. Айбану Анарбаева, Альфараби Гусенцов, телеканал Алматы.